докладывать, командир. Мы скоро раздавим этих красных. Да, командир? Командир! Командир? Командир? Мы же скоро раздавим этих красных. Да, командир. Поздравляю с прибытием в штаб. Бои сейчас идут горячие. Вот твои лекарства. Я доктор Адами. Заходи, если нужно будет тебя подштопать. Стоишь на ногах? Это уже плюс. Потерпи, я тебя подлатаю. Полный порядок. Можно снова в бой. Не о чем докладывать, командир. Командир! Не о чем докладывать, командир. Бить до хрена китайцев. Миллионы. Так что нечего халявить. Покажите, что вы солдаты. Командир! Несешь какую-то чушь. Мы же скоро раздавим этих красных. Да, командир? Командир! Не о чем докладывать, командир. Медицинский журнал «Доктор Эдриан Адами», армия Соединенных Штатов, Анкоридж, передовая база на Аляске. С учетом сложившейся ситуации, мы с генералом Чейзом полагаем, что препарат под кодовым названием «Психо» можно рекомендовать к использованию в ходе операции. Я ознакомилась с результатами первых клинических испытаний. Разумеется, есть побочные эффекты – помешательство, агрессия и, конечно, привыкание. Но, судя по всему, негативные эффекты невелики. Да-да, я понимаю, что разработку препарата вел исследовательский отдел Чейза, но если он работает, значит, работает. Как будто сейчас время быть щепетильным. У многих солдат в Анкоридже семьи, и если я могу помочь им сражаться лучше, я это сделаю. Надеюсь, только моя клятва Гиппократа не плюнет мне в лицо, когда весь этот бардак закончится. Командир! Не о чем докладывать, командир. Командир! 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 Что нужно, солдат? Вроде бы все в порядке. Получите. Хочешь сменить снаряжение? Без проблем. Все, что нужно, найдете в ящиках. Ясно. Просто дайте мне новый бланк запроса. Амуницию можно сменить всего один раз. У нас тут ограниченные запасы. Все остальное придется находить на поле боя самим. Увы. Ничего лучше у меня нет. Не нравится, затоваривайся у красных. Удачи. Командир! Командир!
Командир. Коми поблизости. Веселый будет денек. Я просто хочу туда пойти, убить парочку красных для ровного счета и вернуться на базу. Похоже, нам вновь предстоит работать вместе, сэр. Генерал Чейз приписал меня к ударной группе. И поскольку вас повысили, теперь я буду отдавать вам честь. Симулятор? Вы о чем вообще говорите? Тут все реальнее некуда, боец. И благодаря вам, много хороших ребят до сих пор живы. Эти орудия нас били как котят. Какая разница? Дайте-ка я взгляну на вас поближе. Нет, вроде никакой стальной оболочки. Вроде не робот. Послушайте, вы даже представить не можете, как парни тянутся за вами. Они смотрят на вас. Вы должны подавать им пример. Алгоритмы? Это что-то флотское, наверное. Неа, тут армия. И вообще, когда пушки взорвались, вам точно взрывом крышу не подвинуло, а? Слушайте, мы все хотим, чтобы это закончилось. Никто из нас не хотел тут оказаться. И нам всем пришлось что-то оставить позади, когда начался этот бардак. Некоторые парни тут совсем расклеились. Нам нужны такие, как вы, чтобы дать им надежду, чтобы они поверили, что однажды вернутся домой. Не беспокойтесь, мы это переживем, обязательно. Я всегда буду рядом, если нужна помощь. Все готовы надрать красным задницу, сэр. Какие будут приказания? Да, сэр. Выдвигаемся. Будем ждать вас в ледяном лагере. Сэр, я заберу ваше прежнее снаряжение, а пока держите новое. Сэр? Да, сэр. Сэр. Ясно. Просто дайте мне новый бланк запроса. Амуницию можно сменить всего один раз. У нас тут ограниченные запасы. Все остальное придется находить.
Сэр? Я заберу ваше прежнее снаряжение, а пока держите новое. Сэр, я заберу ваше прежнее снаряжение, а пока держите новое.